Вітаю! Це програма «Олімпійський бекстедж». Сьогодні в програмі «Жінка-легенда». Жінка, на яку рівнялися тисячі дівчаток Радянського Союзу. Жінка, якою захоплюються. Багаторазова чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи, чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Людмила Турищева. Людмила Іванівна, добрий день. Я дуже дякую, що ви сьогодні у нас в програмі. І у мене до вас перше питання. Ви сьогодні дружина, мама, бабуся. А в душі спортсменкою залишилися? Всегда, ніколи ні з цим не розставалась. А що сьогодні на першому плані? Муж, внуки, діти. Допомагає чи заважає цей спортивний характер? Чоловік, діти, онуки? Життя – це движення. І без движення ти не справишся ні з мужем, ні з дітьми, ні з внуками. А з внуками тим більше. Скажіть, будь ласка, якщо б от було одне слово, яке б вас охарактеризувало, яке б це було слово? Ну, наприклад, прикметник візьмемо. Відповідальність. А у мене, знаєте, у мене інше слово. Неповторна. Неповторна у всьому, у житті, у відношенні до життя, у відношенні до перемоги, у відношенні до слави, до всього. Ну, кожен чоловік, він неповторимий. А ответственность – это более значимое слово, потому что, чтобы нести ответственность за кого-либо, в частности, за детей, как их воспитать, чтобы это были достойные люди, красивые люди, за внуков. Ну и мужа не надо воспитывать, но тем не менее. Поправлять или направлять для построения семейной ячейки – это необходимо. А в чому направляєте? Незаметно підказувати треба, що тобі необхідно. Так от, щоб він догадався. Якщо не догадається, то прямо в лоб. Я хочу цвіти, або я хочу в ресторан, або я хочу в театр, або я хочу, щоб ти мене після театру зустрів. Тому що він балет не любить. А я люблю, він мене привезе, відвезе, і я отримую удовольствие. Цікаво, цікаво. Я сама спортсменка і 100% знаю, що колишніх спортсменів не буває. Це стиль життя, правда? Я з вами согласна, Леночка, і хочу сказати, що девіз моєї житті почався з перших шагів, коли я почала займатися спортом, в частності спортивною гімнастикою. І на перших шагах, ну, може, другий-третій рік навчання, з'явився у мене девіз. Ні одної хвилини прожитої напрасно, ні одного напрасно прожитого дня. Вот как он у меня появился, и по сей день он у меня есть. Жизнь расписана по минутам, по секундам. Тебе это не объяснять, особенно когда ты активно участвовал и в спортивной жизни, и в общественной деятельности. В данный момент чуть побольше свободного времени, и я от этого кайфую. Но он расписан. А вільний час зараз, який він у вас? А я его в данный момент сама себе организую. Или я читаю книги, или прогулка, или просто получаю удовольствие с общением друзей, или просто в данный момент это большая находка, компьютер, YouTube, и то, что ты пропустил когда-либо, можешь посмотреть. А коло друзей, яке воно сьогодні? Воно залишилося спортивним чи зовсім інше? Друзі остаються навсегда, якщо вони друзі, їх немного. Це 1-2 чоловіка. Як часто доводиться зустрічатися з друзями? Все реже і реже. Чому? По той причині, що, ну, не буду скривати, мабуть, не тільки у мене, мої друзі чуть старше, і возраст впливає, але так, чаще приходиться к ним їздить, або зустрічатися просто на нейтральній полосі, на красивій природі, пообщатися, ну, так сказати, з природою, і з друзями. Ви не просто в чудовій формі, ви в ідеальній формі. І я розумію, скільки потрібно сил і скільки потрібно зусиль для того, щоб тримати себе в руках. Від чого доводиться відмовлятися, щоб тримати таку форму? Зараз менше від чого, але від всього. От всього? Це можна, якщо не можна було зовсім пирожину, то зараз можна половинку. Або навіть ціле дозволити. Як часто ви дозволяєте собі тістечко? Не часто. Я давно від цього відмовилась, але в якісь праздничні дні іноді дуже хочеться. Ти можеш дозволити. Попробуй чайну ложечку,
но даже съесть кусочек, если очень хочется. Как в спорте достигать каких-то результатов, так если ты хочешь хорошо выглядеть, к этому надо стремиться, это огромный труд. Спортивні навички, вони залишаються, вони допомагають? Які залишилися у вашому житті? Давай, наверное, затронем такую тему, из чего вообще состоит. Да? Я бы сказала, ну как их, знаменитые или известные или гениальные люди. У них абсолютно все одинаковые составляющие. И я бы их назвала, наверное, всего лишь три. Это талант, трудолюбие и трудолюбие, усиленное фанатизмом. Но фанатизмом очень умным. Каким? Как, например? Ну, талант – это, если нет таланта, то не надо ставить высоких задач. Ну, я беру свой вид спортивная гимнастика. Если у меня не было бы способностей для этого вида спорта, то ставить задачу стать олимпийским чемпионом, ну, тренеру, то это бесполезно, я ее просто не достигну. Да? Вот. Или быть певцом или Бетховеном из меня не получится. Также и у остальных людей. Это прежде всего наши учителя, наши тренеры, которые разглядели и раскрыли наш талант. Но с какой бы талант ни был, без трудолюбия талант не поможет. Это титанический труд. Вот две составляющие – талант, титанический труд. А усиление фанатизмом – это тот компонент, который помогает преодолеть саму себя. Тебе тоже не надо рассказывать, что преодолеть утомление, преодолеть боль от травмы, отказаться от всяких развлекательных программ, встречи с друзьями, вечеринки, караоке, театры, концерты, даже любимых артистов, которые бы ты хотел именно сегодня посетить, если это ты не можешь себе позволить. Это называется профессионализм и фанатизм, который помогает достигать ну, больших целей. Добре. Любому молодому человеку, не только в спорте. Это составляющая... В житті, да? Успіха в житті. До речі, ваша донька, вона теж займалася спортом? Вона мріяла стати олімпійською чемпіонкою? Всі діти мечтають кем-то, где-то бути. Давали можливість попробувати. Вона дійсно займалася спортом, вона займалася танцями, вона займалася художественною гімнастикою. Немножко ходила на плавание, чтобы научиться плавать. Легкой атлетикой она тоже занималась, я помню. Нет, легкой атлетикой, конечно, больше всего она занималась легкой атлетикой и стала кандидатом в мастера спорта. Да, я буквально. Она творческий человек, заканчивая институт физической культуры, сейчас он университет называется, она сказала, я хочу заниматься творчеством. На вопрос, а что бы ты хотела? Я хочу заниматься творчеством, хорошо. И она закончила. Сейчас он называется Университет современного дизайна и технологий. Вона зараз знайшла себе? Можна сказати, що вона знайшла себе саме у цій професії? Я би не сказала, що вона знайшла себе в професії, але знайшла себе в житті. Вона вийшла за любимого чоловіка замуж і родила трьох синовей, наших трьох замечательних внуків. До речі, а яка ви бабуся? Ви часто бачите онуків і чи балуєте ви їх? Хотілося б чаще, але треба сказати, що вона живе в Канаді, в Торонто, тому це не, не Європа, щоб три часа і вже в будь-якій країні Європи ти знаходишся. Це треба потратити 12 часов перельоту, тому такого времени просто нет постоянно, чтобы возможно так летать. Поэтому 2-3 раза в год, когда дети совсем маленькие были, сейчас 2 раза в год, как бы обязаловка. Ну, уже дети подросли, как бы бабушка с дедушкой уже особо так не нужны, но они очень любят, когда мы приезжаем, потому что, знаете, как бабушкины оладушки, блинчики. Вот про це я и кажу. Да, ви, да, бабуся, да, конечно, балує онуки, правильно? Тобто цукерки ви їм купуєте? Нет. У нас есть проблемки у среднего, он имеет аллергию достаточно серьезной формы, ему орехи, рыбы нельзя, поэтому у них дома один режим. Нельзя среднему орехи, значит нет орехов,
в доме, нельзя не то. То есть один режим. Но понимая, что надо разнообразно питаться, то есть родители там старшего уводят, орешками кормят, младшего уводят, шоколадом, мороженым кормят. В общем, такие есть. Но в доме одна диета, чтобы не раздражать. Вони займаються спортом, онуки, я маю на увазі? З першого дня народження кожен. З першого дня це як? Ну, по той причині, як тільки народився внук, бабушка вже там. Ага. І тому 3 місяці – це обов'язковий срок, який я присутствовала після родів у дочки. Давала можливість відновитися після родів. Ну і найраннє кормлення там в 6 утра відкормила і бабушки. Вот эта бабушка з дедушкою. Твори с внуками, что хотели. И зарядочку, и массажики. И не один раз в день. А потом уже с годика они в футбол играют, с дедушкой бегают. И с мячиками очень любили. А папа очень у нас любит большой теннис. Поэтому с мячами они у нас просто эквилибристы. Людмила Ивановна, а спорт заявляется зараз у весни? Это как... Каким образом? Ви знаєте, от у мене є такий момент, в 96-му році я не дуже вдало виступила на Олімпійських іграх, і досі я ці ігри закриваю вісні. Весь час, кожен рік, в деякий період мені сниться один і той самий сон, коли я йду на Олімпіаді на закритті, і я досі не можу їх закрити, ці Олімпійські ігри. У вас є такі чи немає? Звісно, такі моменти були, але во сні він мені не приходить. Потому что я отдала все, что могла выжать из себя для спорта. 3 Олимпиады именно в спортивной гимнастике – это очень сложно. Вы зараз розповідаєте, а в мене мурашки по шкірі, тому що я не уявляю, як на 3 Олімпіадах можна завоювати золоті нагороди саме в вашому виді спорту. Це яка праця, це яка витримка повинна бути? Это вот ограничение, я тебе говорю, талант, титанический труд и фанатизм. Просто вера, желание. І, звісно, ну, все вперед, тільки вперед, вперед до цілі. А ціль, в принципі, в 72-му, коли другий раз я участвувала на Олімпійських іграх і виграла в Мюнхені абсолютну золоту медаль, тренер посадив і спросив, всього достигли максимум. Или продовжувати до 3-ї Олімпіади, или можно все закончить. Не стоит там останавливаться на чемпионатах мира. А чемпионаты мира у нас тоже раз в 4 года проводились. Не каждый день, не каждый год. Но сказать, что это была эйфория, было что-то. Силы были? Да, были. Но представить, что это 4 года, только тренер это знает и сказал, это будет очень тяжело. Поэтому никаких задач не ставим больших, ставим только попасть в команду, которая поедет на Олимпийские игры в 76-м году в Монреале. Поэтому в команду надо было попасть, учитывая наш молодой вид спорта, быстро меняющиеся соперники, тем более ну, просто революционно, не только эволюционно росла и развивалась гимнастика в сторону сложности. И выучить молодому сложность, там, двойное сальто, или, извините, бабушки в гимнастике. Начнем с этого, в гимнастике. Это 2 большие разницы. Но при этом вот была разработана программа, была поставлена вот такая оптимальная цель, и к этому мы стремились. И, конечно, спорт мне не снится, потому что я счастлива, я закончила с 4 олимпийскими медалями свой завершающий старт на Олимпийских играх в Монреале 76-го года. А давайте пригадаємо 75-й рік. Ви вже розумієте, про що я зараз буду запитувати. Конечно. Це той випадок, коли після вашого виступу, а можна сказати і на самому виступі, впали бруси. Знаєте, що мене вразило? Що ви навіть не повернули голови, коли закінчили вправу, щоб побачити, що ж там сталося. Ви спокійно пішли. Що це було? Природний шок від ситуації? Чи все ж таки витримка олімпійської чемпіонки?
Это последнее в этом году олимпийской чемпионки, то есть выдержка. Очень много надо рассказать и прелюдию, и после, но одним словом, если... Ну, одним словом, не получится. Давайте на чемпионате Европы в этом же 75-м году после серьезной травмы я пропустила 3 месяца. И буквально, ну, скажем так, я не в очень хорошей форме была. Я ее достигла, но не в очень хорошей. И у меня именно на брусьях небольшой сбой, который не дал высокой оценки. 9-3 для меня это было низко, и я заняла 4-е общее место в чемпионате Европы, это как у тебя. То есть тоже такое разочарование и все. Но суть не в этом. Суть была в том, что выступала Надя Каманьманыч, которая выиграла, и я была не в лучшей форме. И она потом не приезжала ни на одни соревнования до 76-го года, то есть сохранив титул чемпионки Европы, лучшей Европе. Она правильно сделала тактически. Но при этом я сделала выводы, что я должна подготовиться так, чтобы ни один снаряд, то есть не смутил меня даже падение брусьев. И вот так я готовилась особенно на брусьях. И как ни странно, и как ни смешно, может быть, сейчас звучит, но это были действительно такие мысли, когда я подошла к брусьям и вот так посмотрела на них и сказала, или я, или брусья. Ну, брусья не выдержали. Поэтому мне было, раз я жива, здорова, у меня впереди еще снаряд-бревно, он у нас самый сложный из видов спорта, то есть это 10-сантиметровое бревнышко, которое, ну, не специфично для человеческого организма, оно самое сложное. Поэтому если я жива, здорова, меня никто не коснулся, я целенаправленно шла к другому снаряду. Не обращая, что уже позади, это уже позади. Живи сегодняшнім днем і немножко на завтра. Ну, не оборачивайся назад. А як виховувати в собі оцю силу, витримку? Це можливо? Можна і нужно. Звісно, є якісь природні батьківські дані, заложені в тебе. У нас папа був такий упертий, я би сказала. І, мабуть, ці качества передались мені. Але особливо к 3-й Олімпіаді. Уже у нас был с тренером творческий союз. То есть он составлял план даже вместе, да, вот что хватало, не хватало, потому что я уже имела опыт, я знала, что нужно моему организму, что мне не хватает. И вот здесь я действительно устраивала себе, ну, невероятные испытания, чтобы быть на все случаи готовы. Какие? Например, у нас был девиз при Советском Союзе, когда в космос полетел Гагарин, была норма из-за того парня. Вот когда ты уже закончил тренировку, уже устал, можно расслабиться, а вот здесь ты давал себе из-за того парня. И каждый ведь подход каждого упражнения я выполняла не просто так, лишь бы сделать, а как вот этот последний раз на Олимпийских играх. Вот эта оценка, которая решает, быть не олимпийским чемпионом или не быть. Вот такие задачи каждый раз, на каждом упражнении я себе ставила. Вы уникальна людина. У вас є всі спортивні нагороди, про які ви мріяли? Чи все ж таки є якась, яку ви... Все ж, вона залишилася в мрії? Ви знаєте, я благодарна кожній награді, яку мені давали. Це оценка моєго труда. Я радуюсь, как ребенок. Да, ну, дали. Но я не придаю им никакого значения. Естественно, мне очень горда, что я награждена орденом Ленина, хотя его не ценят. И это, для меня это не важно. Я ее заработала, это высшая награда у нас в Советском Союзе. И живу для своей самореализации и самоудовольствие, что я живу, получая от труда, от результатов, от жизни удовольствие. Я знаю, що ви зараз спілкуєтесь з молодими спортсменками, і не просто спілкуєтесь, а консультуєте їх, і вони дуже чекають на зустріч з вами. Які вони, молоді спортсмени? Чи впливає час, який сьогодні на них? І що є плюсом, а що є мінусом сьогодення? Если в нескольких фразах, это современные люди, это люди интернета, люди компьютера. Они хотят сесть в спортивном зале, также открыть YouTube и выискать, где здесь кнопочка нажал, и я олимпийский чемпион. Это если коротко. Как налаштувати спортсменов на працездатність и на цей фанатизм?
Это найти надо нотки фанатизма. В том-то и дело, что не только спортсмен должен обладать талантом, трудолюбием и фанатизмом, но и тренер должен быть талантлив. И вот когда все это сходится, кусочки с пазла, как я говорю, тогда получается картинка высокого результата. Меня тоже говорили фанатичка, я это не понимала, я просто любила свой вид спорта. Нашел какие-то моменты личный тренер Владислав Степанович Ростороцкий рассказать, что это такое, как это дал. Если ты хочешь результат, это вовремя спать. Что бы ни случилось, в 10 часов я должна быть в кровати. Читать книгу, что-либо, но не бегать где-то там по дискотекам с друзьями и так далее. Для меня слово тренера был закон. И нравилось, мне не нравилось. Где-то внутри я обижалась, хотелось огрызнуться, но этого я не делала. Я знала, что он Бог для меня в спортивной гимнастике. Ну, до речі, а як реагував Валерій Пилипович Борзов, з яким у вас в цьому році 42 роки подружнього життя, на те, що вас не відпускали на побачення, не відпускав тренер? Он і познайомив нас з Валерієм Філіповичем на третій Олімпіаді в 76-му році. Когда я закончила, у меня действительно за плечами не было никого, никакого молодого человека, но, а возраст был уже достаточно такой, скажем, солидный даже для сегодняшнего дня. 25 лет – это уже надо определяться в судьбе. Но вот здесь, можно сказать, и подвернулся Валерий Филиппович. Вот тренер просто… Валерий Филиппович разрахувався, да? Тренер разрахував. Абсолют, от зараз спортивна вот кар'єра, а тепер подружнє вот життя. Вот он, да, вот, наверное, неоднократно ви читали в інтерв'ю, все, Валерий Филиппович розказував, що подошел тренер мой к нему і сказав, а ти би не хотів обратить внимание вот здесь? Речі виходить. Хорошая девчонка, трудолюбивая, обязательная, красивая. Ну, вот так вот, как бы обратил на меня внимание, пригласил в кино в Олимпийской деревне. С этого все началось. 42 роки разом. Кохання залишилось? Без него ничего бы не случилось, конечно. Знаете, чтобы горел огонь, его надо поддерживать. И в топочку всегда бросать какие-то щепочки. У нас є відповідь Валерія Пилиповича на це питання. І ось вона яка. Мы не относимся к тем людям, которые меряют вот то состояние, которое называется семейное, не интеллектом, ни телом, ни языком, ни кошельком. А мы считаем, что наше семейное чудо, которое произошло, это братание душ. И что это, наверное, перст сверху, который подружил наши души. Это главное. Все остальное второстепенно. Это немножко новое. Интерпретация... Можно сказать, мудрого человека, который прожил жизнь и уже вот так очень сложно сформировал. Его короткий ответ всегда на вопрос, а сохраняется любовь? Говорит, о любви не говорят, ее просто делают. Делами подтверждают, поступками, чтобы ты чувствовал, что тебя любят. Но немножко по-другому, но то же самое. А как подтверждает Валерий Пилипович свою любовь? Вы знаете, он просто все, что у меня есть, это крепость, защита, возможности. И в то же слово и любовь, но просто мы действительно не повторяем это ежедневно, каждый час, это не требуется. Но сию секунду, когда нужен совет, помощь, неважно, что его присутствие, не знаю, его нет, но он обязательно будет здесь. Вот и все. Мені здається, що ви більш емоційна людина, ніж Валерій Пилипович. Чи часто він робить вам компліменти? Чи все вже давно сказано і зроблено? Він ніколи не робить компліменти, але він обов'язково зробить замечання, якщо це не добре. Ну, то есть не в нашем вкусе или не в его вкусе, но он обязательно это сделает. То ли это цвет не тот, платье не та форма серьги или что. Если все нормально, он никогда ничего не скажет, это можешь уже сам себе сделать комплимент, как ты хорошо выглядишь. Ага, ну зараз мы почуем. Нет, мне не цікаво, скажите, будь ласка. Или же, например, что-то приготовил. То есть все уже наши близкие знакомые знают, если подают что-то на стол, все затихают.
первый должен сказать, Валерий Филиппович, если молчит, это значит уже супер. А если что, он сразу говорит, не хватает чуть масла или зелени, или соли. Ну, короче, он обязательно сделает какие-то критические замечания, но по-доброму, угу. Потому что все знают его вкус и все друзья. То есть а как вы реагуете на такие зауважения? Не ешь, не смотри. Не нравится, не смотри. Не нравится кушать, не ешь. И тогда не ходи, если тебе что-то не нравится. У нас есть ответы на это питание. Когда был молодым, говорил чаще комплименты. Сейчас только по заслуге. Вот Люда, являясь трудоголиком, естественно, выполняет громадную работу и по дому, и в качестве, скажем так, человека, который меня готовит, чтобы я прилично выглядел в обществе. Вот за это я комплименты говорю. Но вообще не часто, если честно сказать. Это надо чирикать, что я тебя люблю, что я тебя уважаю, что ты так прекрасно выглядишь, что ты хорошо оделась, что ты сегодня в хорошем настроении. Но у меня такой характер, что я об этом, может быть, и думаю, но произносить и пугать эту тему не очень хочется. Хотя Людмила этого заслуживает. Ось такая відповідь Валерия Филипповича. Каждый день – это урок жизненный. Каждый день. Каждый день ты чему-то учишься. Набираешься опыт. Если раньше это было как бы слегка обидно, я бы сказала. Mm-hmm. То есть все замечают, что ты вот красивый, или что-то там очень красивое у тебя, или вкусно приготовлено, а он никогда об этом не говорит. Но он однажды тоже сказал, что когда будет что-то не так, я скажу, все остальное всегда прекрасно. Достаточно – это на всю жизнь. Если молчит, это я супер. Дуже красиво, дуже красиво. Що може вас вивести з себе? Тупость, глупость і вранье или предательство. І ви можете в обличчя це сказати? Я завжди все говорю в лицо і ніколи за кадром. Поэтому може бути очень для всіх неудобне, но я откровенно сама собой, это моє мнение. Если это мне не нравится, пусть человек знает, что это у меня в нем не нравится. Или та, или другая ситуация. Каждому человеку, и друзьям, и Валерию. Ну, мы всегда откровенны, поэтому друг другу мы всегда говорим, что хорошо, что плохо. У него очень хороший девиз в свое время у него появился, который я почувствовала и переняла к себе. Это, прежде всего, шаг вперед, вот когда да, что-то там назревает, и два шага назад. Ну, то есть остались при своем мнении. И второй очень замечательный. Каждый день он новый. Он должен начинаться с чистого лица, с добрых побуждений, с улыбки, с добрых дел. А все, что было вчера, независимо что, это обиды, резки, все остается во вчерашнем дне. Вот просыпаешься, и все по-новому. Вдається так робити кожен день? Да, абсолютно. Ви людина тонкої душі. Що може змусити вас заплакати сьогодні? Дети. Несчастные дети, несчастная мама, не говорите, это сейчас тоже могут быть слезы, это война и потеря детей. Яке найбільше разочарование было в вашем житті? Ну, вы понимаете, разочарование – это такое для меня не емкое слово, потому что ты можешь разочароваться, ну, не знаю, в этой ситуации, в той ситуации. Но ты знаешь, ты там не живешь в этой ситуации, она проходящая, отходящая. Ты воспринимаешь это как урок жизни. Не понравилось, разочаровался, делай выводы. Или приходи там на ту передачу, если там что-то не так задают. Или встречайся с тем журналистом, который провоцирует тебя на те вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. И так далее, и тому подобное. То есть разочарования нет. Естественно, смерть близких. Это не разочарование, а просто ну, горе то, которое ты не можешь восполнить никогда. Оно вот с тобой здесь живет, но оно перерастает в любовь и в память всем твоим близким, которых ты хочешь помнить. Ну, прежде всего, родители, бабушки, дедушки, друзья и так далее. Вот и все. Разочарование, ну, это мгновенное такое. Разочаровался, потом взвесил, что за, что против. Я дуже дякую вам за відверту розмову. Я дуже багато для себе взяла, що я можу в своєму житті налаштувати, можна так сказати,
Я мріяла про нашу розмову, мріяла 7 років про цю розмову. Я дуже вам вдячна. Спасибо. Только благодаря тебе, Леночка, я пришла на эту передачу, потому что уважаю своих коллег, коллег труда. К сожалению, я так считаю, что мое время телевизионное и интервью для журналиста уже закончилось. Надо брать новых, молодых людей, потому что молодое поколение совсем другое. И слушать бабушкины сказки, вот такие прям идеальные. Моя жизнь почти идеальна, я к этому стремилась. Есть изъяны, но это настолько незначительные, в том же, извините, не один, а два пирожных есть, ну это... А на мою думку, навпаки, повинні бути такі інтерв'ю, тому що нам є в кого вчитися. І молодому поколінню є в кого вчитися. Не так, щоб кнопку на YouTube натиснув і все, і вже олімпійський чемпіон. Якщо вони натиснуть на цю кнопку і слышать вот таку сказку, то вони виключать, це неправда, це невозможно, тому що вони себе не преодолевали і не знають, як. Якщо преодолевали, тільки по мірі некоторого желання. А людей талантливых, суперталантливых, которые сочетают в себе вот эти три пазла, талант, трудолюбие и фанатизм, очень мало. Будемо сподіватися, що вони натиснуть і все ж таки подивляться. Я знаю, що вони подивляться, тому що це було цікаво, це було змістовно. Це була програма «Олімпійський бекстейдж». Зустрінемось у наступній програмі.